Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня снова начинаю снимать домашний влог. У нас очень хорошая в последнее время погода. Правда, ветрено, ветра бы не было вообще. Практически лето, уже все распускается, настроение просто потрясающее. Вот, но прежде я хотела вам показать свой небольшой заказ Faberlic, но он мне очень понравился. Там одна вещица, которую я, ну так, не думала, что она мне сильно понравится, но она очень понравилась. Так что давайте вам покажу. Итак, давайте покажу свой заказ Faberlic. Тут ко мне пришла моя подружка. Подружка моя уже выздоровела, ей уже вообще хорошо, только корм не нравится ей. Корм не нравится, но что делать? Потом хочу другую марку ей попробовать взять. Сейчас Royal Canin кушает, но возьму другой марки ей потом. Ладно. Так, ладно, Faberlic. Взяла я снова порошок стиральный. Девочки, помните, я жаловалась, что он у меня не растворялся. Ну, я всегда стираю, практически все стираю при 30 градусах. И вы знаете, вот тогда у меня был такой голубенький, в прошлый заказ я взяла. И он очень хорошо растворился, то есть и хорошо очень отстирывает. Не знаю, может быть, я какой-то... Я вот не помню, какой я тогда брала, но, в общем, мне понравился. Тот голубенький, думаю, возьму вот такой колор, попробую тоже им постирать. Подруга улеглась, можно снимать. Попробую такой, посмотрю. Тоже взяла вот такой кондиционер, я так понимаю, что это новинка, Восточный Пион, очень приятный аромат, такой прям вкусненький-вкусненький, еще не стирала, но вот постираю, думаю, что, надеюсь, что мне понравится. Это, я так поняла, новинка. И вот это, я так поняла, тоже новинка, розовый бархат. Ну, конечно же, розы мои, куда же без них. Аромат розы я обожаю, но он такой горьковатый аромат. Поэтому, кто не любит аромат розы, имейте это в виду. Тогда вот лучше Восточный Пион, такой сладковатый аромат, а здесь немножко горьковатый, но я обожаю. Так, также я повторила вот этот концентрированное средство для мытья посуды. Правда, честно признаюсь, что я его не развожу, прямо так мою. Мне очень нравится, понравился в особенности мне именно вот этот вот. Он хоть и, ну, нет у него такого прям приятного вкусного аромата, но он очень хорошо все отмывает и не оставляет запах, например, от рыбы, от чеснока, вообще все убирает. Поэтому мне понравился, вот этот очень советую. Также я до кучи, можно так сказать, взяла вот такие еще гелевые полоски. У меня, скажем так, надежда умирает последней, что называется. Я все-таки надеюсь, что летом уже карантин снимут, и мы как-то будем гулять. Поэтому вот для всяких туфелек, босоножечек вот такие штучки еще не пробовала, поэтому не знаю. Также решила попробовать вот такой дезодорант от Faberlic. Подруга моя решила проверить, что тут у меня. Вдруг что вкусное, да? Вдруг что вкусное мама дает? Ничего мама не дает. Вот такой дезодорант. Вкусно пахнет. Вот, тоже попробую, потом расскажу. И снова взяла вот эту тушь, которая вот в красном футлярчике. Она мне действительно очень понравилась, кстати. Поэтому я ее решила еще раз взять. Единственное, что у нее минус, когда вот закрываете, немножечко вот здесь вот вытекает как бы тушь. Вот здесь вот. То есть я ее, когда пользуюсь, храню вот в этом чехольчике бархатном. Тогда она не пачкает туалетный столик. Вот, но вот это единственный ее минус. Во всем остальном она мне очень нравится. Не осыпается, не отпечатывается. Классная тушь. У меня здесь еще из одежды. Снова взяла нижнее белье мужу. Оно ему очень понравилось. Единственное, что нет размера светлого. Вот это я взяла темно-синее такое. Вот, но не знаю. Очень хорошее качество. Уже стирали много-много раз. Ничего с ним не стало, не полиняло. Ничего, мужу нравится. А себе, девочки, я решила взять, попробовать вот такие брюки хлопковые. Очень мне понравилось их качество. Они идут на резинке. Это такие, как, ну, типа скини, то есть облегающие такие брючки. Здесь, правда, вот немножко торчит ниточка, но ничего страшного. Думала, или розовые, или желтые. Теперь хочу еще и желтые такие. Но это просто такие, как тонкие хлопковые такие, типа леггинсов. Ну, они не леггинсы, это брюки, брюки скини, да. Очень классно сели. Я взяла в размере S. Они идут размер в размер. Вот у меня размер S-очка. Идут размер в размер, но они не прямо, вот знаете, прямо в облегон, как леггинсы. Нет. Они именно сидят брючками. Мне очень понравилось. Я их уже померила. Сейчас тоже померю, покажу для вас.
Вот, но качество очень приглянулось, так что я теперь хочу такие же, только желтого цвета. Не знаю, хочется что-то яркое на лето. Вот, сейчас померю, одену их, померю, покажу. Здесь кармашки идут, вот эти обманки. И сзади просто вот такая линия без кармашек. Ну что, вот так вот выглядят эти брючки. Видите, как они сидят? Здесь облегает. Сидят не как леггинсы, они сидят именно как брюки. На резиночке, мне кажется, очень классно, симпатично смотрится. Единственное, что, девочки, сразу скажу, что белое нижнее белье, они просвечивают. Здесь нужно как раз именно, ну, такое телесное белье одевать, чтобы было отлично. Но мне нравится, как они сидят, то есть они такие, ну, это скини, да, получается, немножко... такие не сильно облегающие, очень хорошего качества, такие прям приятненькие. Вот, но мне они понравились. Мне понравилось, как сидят на лето. Вообще будет, мне кажется, классно. Можно даже, если вам, ну, не нравится такой вид, можно какую-то удлиненную футболочку или рубашку, блузку. У меня сейчас вот эта домашняя кофта, я сейчас пойду в огород, поэтому сейчас так оделась. Вот, а так брючки мне очень понравились. Мне кажется, прям классные. Вообще и качество понравилось. Они такие мягенькие, приятные, такие на ощупь, вообще очень классные. Так что я советую, я хочу такие желтые. Я очень вообще думала, что какие мне желтые взять или розовые. Решила взять розовые, так как подходит к большей части моей одежды. Но сейчас думаю, что хочу еще купить желтенькие такие. Если будут, если успею, скажем так, их заказать себе, то обязательно возьму. Мне нравится, как сидят. Мне кажется, очень-очень даже симпатичненько. Ну и, конечно, еще вот этот каталог, который я люблю на досуге, скажем так, пролистывать. Так что вот такой вот у меня небольшой совсем заказик, но брюки мне прям очень-очень-очень понравились. Вообще, кстати, качество одежды Faberlic, ну вот из того, что я заказывала, мне очень понравилось. Все артикулы я вам оставлю внизу в инфобоксе. А у меня тут все продолжаются огородно-полевые работы. В общем, натворила тут с клубникой. Тут росла у меня старая клубника, которая, ну, она плохо давала ягоды. В общем, я ее тут какую-то повыдергивала, какую-то посадила другую. В общем, скажем так, навела порядок. Осталось мне вот с той грядкой еще разобраться, вот с этой. Вот тоже там надо навести порядок. Мне надо их обрызгать от клещей. Там какой-то клещ, в общем, в них заводится у меня. Вот, так что вот такой вот тут бардак сейчас буду убирать. Вот, и еще вот сюда, вот у меня тоже росла тут клубника, но она больше половины ее погибла в этом году почему-то. Не знаю почему. Опять ветер. Я решила высадить, в общем, сюда свою, кто это, цветная капуста. Вот, я ее накрою, девочки, на ночь накрою. Хотя вроде пишут в интернете, что рано, кто-то пишет не рано. В общем, я высадила. Еще хорошенько еще раз полью. И вот этот горох, который у меня взошел, 7 штучек, тоже их высадила сюда. А посередине посадила лук. Лука у меня много, так что пойдет у меня и на головку, и на перо в этом году. В общем, вот так вот. В общем, работа у меня тут полным ходом идет. Вот. И, ну, я думаю, нормально уже. Уже тепло у нас вообще, в футболочках ходим, поэтому я думаю, что... уже нормально. Ну, погибнет и ладно, что называется. Вот, но эти накрою на ночь. Вот, так что, видите, у меня тут старые вот эти кусты вытащила, в общем, работа полным ходом. И яблоньки тут подкормила, вот эти, вот, в этом году. Ну, конечно же, моя подруга мне помогает тут вовсю, да? Подруга моя, она мне такая помощница, такая умничка у меня, да, девочка? Она всегда мне помогает, да? Хорошая такая. Вот. Так что, девочки, работаю вовсю. Кошка тут тоже у нас решила погулять. Намытая, чистая, вычесанная. Еще вчера вычесала ее. Да? Красавица моя. Красавица какая стала. Вот она. Вот. И петуни мои. Ничего, прижились нормально. Он будет тоже цвести какая-то, видите, темно-темно. Красная, но вообще вот это должна быть то ли махровая, то ли крупноцветковая, я не помню. В общем, какая-то у меня крупноцветковая, какая-то махровая, наверное. Что будет, непонятно пока. А мальчики мои тут умнички. Домик свой красят в синий цвет, да? Молодцы. Надо было красный. Красный, думаешь? Ага.
синяя-красная. Ну, еще бы белого сюда добавить, и было бы российский дом. Российский дом? Да, еще туда бы на крышу флаг поставить по России. Да. Так что будет у них домик теперь красивый. Это он наполовину покрашен, наполовину нет. А посмотрите весь наш дом. Да. Будет теперь красивый там. Лёвка красит тоже. Идите в ту сторону. Да. Ещё вот они, умнички. Ну просто умнички, да? А я за кое-кого... Да. Вот такие у меня золотцы. Все в краске, правда, сейчас будут, да? Но работают. Кто в краске? Да, это я. Ты в краске весь? Да. А ты не в краске? Чуть-чуть. Чуть-чуть? Понятно, все работают. А я сижу и крашу. Да, крашу. Кстати, я привез свой рацию. Боночка тоже. А на ужин я сегодня приготовила такое простенькое, супер простенькое блюдо. Вот в этой моей любимой кастрюльке, очень ее люблю, она реально как мультиварка. Я потушила здесь в томатной пасте свининку, но она такая была, не очень хорошие кусочки. Вот, вместе с лучком, потому что у меня осталось пюре. Вообще, у меня в последнее время домашние плохо едят гарнир, он у меня постоянно остается. Я жутко не люблю выбрасывать еду. Я просто ненавижу это делать, поэтому решила потушить мяско, чтобы доели пюрешку. Вот, надо сейчас будет еще сварганить какой-нибудь салатик к этому всему делу, и будет замечательный ужин, правильно? А то как-то мои, да. Но в последнее время мы как-то вообще все у меня перешли, знаете, на что-то мясное, и вот свежий салат очень хочется. Там капуста, ну это у всех, наверное, весной так, так что... Вот такой выход я нашла, чтобы все-таки доели у меня пюре всем. Ну вот и сделала еще салатик. Вот такой обычная капуста-морковочка. Как раз к пюрешечке очень хорошо даже пойдет. С мяском, с пюрешечкой будет очень даже неплохо. Я, кстати, уксус сюда в последнее время перестала добавлять. Не знаю, как-то без уксуса нам больше нравится. Просто маслица немножко. Но только обычное масло подсолнечное. То есть не оливковое. С оливком как-то невкусно получается. Так что вот такой вот у нас еще салатик будет. Всем, кто кушает, тоже приятного вам аппетита. Девочки, лучший фитнес – это огород. Я вам честно слово говорю. Вроде бы ничего не сделала, там что там прополола, что-то там перекопала, там поковыряла, а болит в итоге все тело. В общем, кошмар. И я, кстати, немного вот здесь обгорела. Ну, как сказать, немного, смотрите. Красное все что-то. Я не подумала, у меня на лице, ну, тональная основа, она, у нее SPF есть, а вот здесь вот ничего нет. Я как-то вообще не подумала. У меня, кстати, каждую весну такая история, что я, знаете, выхожу в огород, думаю, ну, как бы холодно еще, да, не пользуюсь никакой защитой, и вот обгораю. И сейчас тоже обгорела. Кошмар. Ладно, сейчас пойду в душ. Я, кстати, в последнее время ничего такого замысловатого не готовлю, потому что нас обещают уже к концу недели дожди, и хочется много что успеть в огороде, поэтому я так что-нибудь по-быстренькому приготовлю своим мужчинам и бегу делать дела в огород. Так что вот так вот. Котеечка тут ко мне пришла моя. Вот она, моя котеечка сладенькая. Вот она, моя сладенькая намытая, которая была у меня, да? И намыть-то намыла его, а вот расчесать еще... Ну, как бы он что-то мне вообще после мытья решил не даваться мне вычесывать его. Также хочу вас поздравить с праздником, с Днем Победы, с 9 мая. Вот, пожелать всем мирного неба над головой, благополучия, хорошего настроения, чтобы все-все у нас было, девочки, хорошо, обязательно. Надо в это верить, и все обязательно будет хорошо. Ну, а я буду на сегодня с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, оставляйте свои комментарии, ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч.